Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем видео мы будем продолжать создавать наряды для нашей Барби из вот такого бархатного материала. У меня остался с прошлого видео вот такие кусочки. И я хочу еще раз создать наряд для нашей Барби из такой красивой, очень красивой бархата такой. Ну что ж, что мы будем вязать? Вот у меня вот есть вот такой вот кусочек. Он остался от прошлого видео, когда я шила вот такое платьице под названием «Труба». Вот у меня остался вот такой вот кусочек ткани. Будем продолжать. Но из этого кусочка ткани мы будем вязать не платье, а будем шить брючки. Бархатные брючки. Что ж, начнем. Для этого я приготовила нитки, приготовила иголочки, ножницы. Это почти все, что нам будет надо. Так, на левую сторону мы на бедрах, вот так вот, на бедрах как можно туже проколем. Вот теперь будем проверять, хорошо ли проходят наши талия и бедра. Нормально. Так, дальше. Здесь мы вот так вот сложим вместе. Так, это будут у нас брючки. Вот приблизительно на этом уровне мы потом будем разрезать. Такие брючки я уже шила. Вы можете видеть мои видео. Так вот, на этом уровне. Так. Приготовила я ниточку. Мы все это зашьем, сметаем обязательно, потому что ткань бархат, она не очень такая, она все время плывет, называется. Так. Промерим. Вот чтобы она хорошо заходила. Вот так вот. Так, где мы отметили? Вот приблизительно на этом уровне. Вот так вот, приблизительно на этом уровне. Сложим вдвое. Так, сразу же отметим, где мы будем, на какой длине у нас будут штанишки. Будут длинными.
Так, еще раз проверим. Это нормально. Так. Что наша следующая наша задача? Наша следующая задача. Так, вот здесь вот надо пойти прострочить. Я буду строчить на машинке. Это будет более красиво. Прострочила я этот кусочек. Будем вынимать ниточки эти белые. Еще раз померяем. Вот на такой вот приблизительно. Мы будем разрезать. Вот так. Это мы лишнее тоже срежем. Приколем. Вот у нас получаются вот такие брючины. Так. Здесь мы обязательно сейчас должны вручную прошить, а потом прострочить на машинке. Мы потом посмотрим, какие мы будем делать. Или узенькие. И вот так вот сметаем до конца одну штанинку, потом вторую штанинку. Так, вот я сметала две штанинки, одну и вторую. Вот так вот у меня получается. Это не страшно, что здесь вот это лишнее. Теперь вот это все мы прострочим на машинке. Но перед тем, как прострочить, мы таки померяем наши штанишки. Вот они вот так вот у нас получаются. Здесь можно прострочить поуже. Вот
приблизительно вот так вот. И здесь даже можно немножечко и вот так вот. Посмотреть надо, чтобы они были у нас одинаковыми. Отметка одинаковая, чтобы получилось. Чтобы не было, что одна штанинка больше, одна шире, одна уже. Так, я прострочила по вот этим моим меткам. Теперь мы должны померить. Меряем пока на изнаночной стороне. Теперь вот это все лишнее мы должны обрезать. Одевается относительно туго, но это совсем неплохо. Сильно обрезать мы не будем, чтобы не захватить строчку нашу. Все вот это лишнее нам не надо. Так. Теперь с этой стороны. Не совсем в край. Практически наши штанишки готовы. Теперь мы их должны вывернуть. Выворачивать это целая проблема будет. Теперь эту вывернем. Так, еще тут ниточки у нас. Ткань такая тянучая, она очень эластичная и удобно делать штанишки без застежки. Вот у нас и получились вот такие красивые штанишки. Так, ну что ж, к этим штанишкам надо было бы что-то еще придумать. Вот такой вот кусочек у меня есть. Сделаем такой лиф небольшой.
небольшой тупик. Так, теперь надо прострочить, но строчить я буду только вот такую маленькую часть. У нас будет топик на спинке, как разлетайка. Прострочила я на машинке вот такой маленький-маленький кусочек. Вот такой маленький кусочек. А теперь мы должны его примерить. Интересно, пройдет он через наши бедра? О, должны пройти. Вот, смотрите, прошло. Топик у нас будет не длинный, он у нас будет вот такой вот короткий. Вот такой коротенький топик у нас будет. Теперь мы его подрежем. Аккуратненько, вот так. А теперь мы из этого кусочка сделаем бахрому. Ткань у нас не сыпется, и мы сделаем вот такую бахрому. Мы будем разрезать так вот меленько, такими тоненькими до строчки этой. Эта бахрома у нас будет как украшение нашего топика. И еще чуть-чуть. Нет, тут уже не будем. Вот у нас получился вот такой топик. Ну, прямо как ёжик. Теперь мы это все вывернем и сделаем примерку. Опа. Вот такой у нас получился топик. Теперь мы оденем штанишки. Вот у нас получился наряд. Брючный наряд. Из бархата.
Ну что ж, сделаем теперь небольшую фотосессию. И наше видео будет заканчиваться. Напишите мне, как вам понравился этот наряд. Напишите метод. Может быть, у вас есть другой метод шитья брючек. У меня вот такой вот, такие брючки я тоже шила. Я их уже показывала. Барби уже была в этих брючках. Тоже трикотаж очень хороший, тянется. Но этот тянется, конечно, лучше. И всего самого-самого хорошего и удачных дел, удачного вязания и удачного шитья для наших куколок. До свидания!